Полицейские задержали курьера-мошенника, который забирал деньги у пенсионеров. Подозреваемым оказался 23-летний житель Чувашской республики. Он обвиняется в мошенничестве в отношении жительниц Козьмодемьянска. В полицию обратилась 71-летняя жительница города Козьмодемьянска, республики Мариэл. Пенсионерке на домашний телефон позвонила женщина и, представившись ее подругой, рассказала, что попала в ДТП и ей срочно нужны деньги. Поверив, пенсионерка отдала прибывшему к ней домой курьеру 170 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Чувашской республики. Сотрудники полиции установили его причастность к совершению еще одного аналогичного преступления в отношении 87-летней жительницы города Козьмодемьянска, у которой он похитил 161 тысячу рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Добавлю, навещавший пожилых женщин курьер оказался всего лишь посредником. Как он признался органам следствия, себе он оставлял лишь небольшой процент, а всю остальную сумму переводил на счета так называемых кураторов. Расследование по данным делам продолжается.